Вызываю все подразделения. Пожалуйста, ответьте. Кобра 11 на связи. Мы слушаем. Мы только что получили сообщение об угоне автобуса. Свидетели сообщают, что видели, как на остановке в автобус вошли двое мужчин. Они угрожали водителю, а затем автобус уехал. Все свободные машины ищут его. Описать автобус можете? Номер известен? Автобус темно-синий, одноцветный. Кроме этого, свидетели запомнили лишь, что на зеркале заднего вида висел большой желтый освежитель воздуха в виде дерева. Обилие примет просто поражает воображение. Ну да, так, угон автобуса есть, поехали. Конечно, у нас не из лучших, такая фуфлыжная, но будем надеяться, что нам хватит ее. Thank you.
не хватает у нас разгона на этой тачке. Тачка не спортивная, вот и все. Вот так бы перепрыгнул бы. Я вам 100% даю, что последний автомобиль это тот, который нам и необходим. Заныкали его прям. Так, удерживайте позицию. Есть, все. Фух, завершили. Вон автобуса пропал. Так. Здравствуйте, мы из дорожного патруля. С вами все в порядке? Слава богу, вы здесь. Это мои ученики, они в 4-м классе. Мы возвращались из поездки и остановились, чтобы немного отдохнуть. Тут появились двое неизвестных. Захватили автобус и привезли нас сюда. Затем они забрали одну из девочек, посадили в автомобиль, который был здесь припаркован, и уехали. Мне ничего не удалось сделать. Мы все в шоке. Могу представить. Не волнуйтесь, мы обо всем позаботимся. Вы можете рассказать нам еще что-нибудь полезное? Я знаю одного из тех парней. Он работает в книжном магазине моего дяди. А кто твой дядя? Его зовут Рольф Хайнрих. Он владелец самого большого книжного магазина в городе. А что этим людям нужно от Дженнифер? Ты сумеешь описать этого парня своему дяде так, чтобы он смог сказать нам, как его зовут? Тогда мы сможем быстрее отыскать твою подругу. Без проблем. А вы покатаете меня на полицейской машине? Конечно. Так... опять через мост прыгать. Колеса все отпали. И все пропало. Задание провалено. Так, народ, нам надо, значит, искать какие-то объездные пути.
Здравствуйте, мы из дорожного патруля. Так, народ, на карту надо посмотреть, как нам тут проще его объехать. Так, налево свернуть и лучше его по... Так, на первом повороте, короче, желательно нам налево ехать. Так. Так, смотрим на карту еще раз. Так, а ну-ка, давай-ка попробуем вот таким вот макаром. Потому как прыгать через мост на этой тачке это провал. Дядя Рольф, эти двое из полиции, они хотят кое о чем тебя спросить. Здравствуйте, чем я могу вам помочь? Здравствуйте. По словам вашего племянника, он, кажется, узнал кого-то из ваших работников в одном из угонщиков автобуса. Тот здоровый, с большим орлом. А, ты имеешь в виду господина Бека? Да, он здесь работает на определенных условиях. Он был освобожден условно и вроде бы все еще находится под надзором. Бек? Под надзором? А орел — это татуировка у него на предплечье? Да, именно так. Насколько мне известно, он не смог покрыть свои карточные долги. Каждый месяц просит выдать аванс. Он только что был здесь, забрал свою сумку. Постойте, он что, угнал автобус? Все, понятно. С Бэком нам уже довелось встречаться. Как давно он ушел? За секунду до вашего появления. Спасибо. Оставляем вашего племянника здесь с вами. Он расскажет вам все об угоне. Так, продолжить сохранение. Куда ты? Я знаю, где живет Бэк. Где-то недалеко, судя по всему. Точки А в точку Б. Отлично. Не видишь автомобиль, который описал нам учитель? Не-а. Может, стоит немного подождать? Вот и он.
Давай, Бен, хватай его, а я останусь здесь и обыщу квартиру. Вдруг девочка где-то здесь. Не видишь автомобиль, который описал нам учитель? Не-а. Может, стоит немного подождать? Давай, Бен, так, хватай его, вот а я останусь задание. Здесь и обыщу квартиру. Вдруг девочка где-то здесь. Поймали, слава богу. Есть, отлично. Продолжить. Семир? Алло, Семир? Слушай, да, меня, слушаю. Коп. У меня в руках ребенок. И твой приятель, который неожиданно оказался в моей квартире. Ты привезешь мне выкуп, который заплатит отец девочки. Если все пройдет нормально, они оба останутся целы. Выкуп? Ты не слишком быстро соображаешь, да? Ее отец владеет пивоваренным заводом Хаки и Дихт. Он заплатит выкуп. Один из вас двоих привезет мне деньги. Мне все равно, кто именно. И не впутывайте в это полицию, ясно? Да, понял. Приезжай на склад, что позади вокзала. И поторопись. Торопимся. Вот все, я вижу точку назначения. Все есть. Эй, Семир, ты в порядке? Ненадолго. В грузовике бомба с дистанционным управлением. Как только парень подаст сигнал, у меня будет минута на то, чтобы смыться, прежде чем он взорвет бомбу. Если что-то пойдет не так, он сразу же нажмет кнопку. Пожалуйста, скажи мне, что сумка набита не бумагой. О, черт! Ладно, коп, поехали! И побыстрее! Нужно или что? Минимум
Отлично. Что ты хотел сказать этим? Вот черт. В сумке действительно была бумага? Если бы так, нас бы здесь уже не было. Вот ведь подлая крыса. Этот парень все отлично устроил. Он получает деньги, избавляется от нас и решает проблему с полицией. Так как они поверили бы, что мы плохие ребята, которым почти удалось сбежать. Кстати, Бен, насчет той электронной карты, которую ты забрал у его сообщника. С ней мы сможем попасть в автопарк Гранд-отеля. Да? И зачем нам это? Там они держат принадлежащие отелю лимузины. И вертолет. Скорее, Бен, может, мы еще успеем его взять. Так. Так, главное, на этот раз не стормозить. Последний шанс продолжить. Так, ну все, народ, на этом, я думаю, закончим эту серию. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока.